Я как человек искусства уверен, что общество движется в сторону гуманизации. То есть мы должны ценить жизнь человека во всех ее проявлениях. И в этой связи смертная казнь является, конечно, варварским проявлением просто самых низменных инстинктов общества. Говорим о том, что мы движемся вперед, прогресс, что мы развиваемся, что мы многое понимаем, какие-то ошибки всплывают в прошлое, мы говорим ай-яй-яй, людей уничтожали, а сами являемся одной из последних стран на постсоветском пространстве, которые, собственно, продолжают это делать. Это грустно, потому что это означает некую незрелость белорусского общества, некую его архаичность. Это означает, что мы все еще находимся в прошлом. Наша юридическая система ориентирована на ценности прошлого, в то время как будущее говорит нам, что гораздо важнее неотвратимость наказания, гораздо важнее защита интересов общества и предотвращение преступлений, чем вот такое варварская расправа, по сути, да, которая уходит корнями в Средневековье. И Беларусь просто рано или поздно все равно придет к тому, к чему пришла Европа, к отказу от смертной казни. Первый крок, который хочется сделать, это припинить смертное покарание. Могу жить слово «часово» припинить смертное покарание, как облегчить певные конкретные кроки. Напевно, есть те люди, которые подтримывают смертное покарание, и это неяк могут обгрунтовать словами. И, вядома, великая количество людей не подтримывает смертное покарание, але, как что-нибудь зарушилось, треба распочать диалог, и вот такая фраза «давайте часово припиним смертное покарание на час диалогу», то она, я думаю, на мою думку, она слушная и может працовать. Тое, што блізкія і родныя гэтых засуджаных на смяротнае пакаранне не ведаюць, у які дзень адбываецца выкананне прысуду, а пасля блізкім родным не выдаюць цела, не кажуць, дзе пахаваны іхні родны чалавек. Я лічу, гэта неправільна, гэта вельмі жорсткая пазіцыя, якую трэба мяняць і ачалавечваць. Ну, я не знаю, мы сами поступаем, как вот эти же люди, даже может быть хуже, потому что кто-то совершает убийство там, в состоянии аффекта, кто-то потому что болен, кто-то потому что его подставили, кто-то еще почему-то. А мы сидим спокойно, уравновешенные граждане, такие говорим, его не должно существовать, и мы никому не скажем, где могилка его, грубо говоря. В общем, нельзя так поступать. Матери ни в чем не виноваты, и жены ни в чем не виноваты, и дети ни в чем не виноваты. Пускай они сами решают, как к этому относиться. Пускай они сами решают, хоронить его или нет, любить его или нет, прощаться или нет. Но пускай сами.
Именно потому, что мы люди и мы склонны к тому, чтобы ошибаться, мы должны просто обязаны отменить смертную казнь. Я понимаю, что люди гниют в тюрьме, и через там, 20 лет узнается, что человек невиновен, его выпускают, и он уже нездоров, он уже морально уничтожен, но он живой. У него есть хотя бы какой-то шанс, и у нас есть хотя бы какой-то шанс попросить у него прощения. А когда человека нет, то наше «извините» мамам этих людей, в общем, нельзя этого допускать совсем никак. К сожалению, достаточно большая часть общества за смертную казнь. Это означает, что люди просто не информированы и не понимают о том, как работает современная юридическая система, что все-таки важнее соразмерность наказания, важнее неотвратимость его, чем месть. Смертная казнь не решает вопрос преступности никак. И мы видим, что в тех странах, где существует смертная казнь, преступность не меньше, а зачастую гораздо выше, чем в тех странах, где она отсутствует. Весь вопрос правового самосознания общества. Важно с самого начала приучать детей к правопорядку, пониманию, что такое хорошо, что плохо, что возможно в цивилизованном обществе, что запрещено. И тогда просто не будет необходимости ее применять. Но само по себе применение смертной казни ничего не решает. Вот это самое важное. Давайте попробуем давать один одному шанец еще раз на життё. Вот. И возможность злочинцу неяк перемениться у души. Это очень важно, потому что життё одночасовое, а душа не смертная. И очень важно, как бы не помножать это зло, якое есть в нашем свете, а дать каждому человеку махчимость на перемен. Смерть завсёды нас засмучает. Смерть не приносит радости. И она приносит горе, слезы. А смерть от руки человечей, смерть от неправедного суда приносит подвойное горе. Мы про это повинны памятать. И існование в нашем криминальном кодексе артикула про смертное покарание только повеличивает масштаб гора и беды.